Общество без коррупции. Светлое будущее нации. На эту тему в Шангри-Лауском районе прошел обучающий семинар. В мероприятии помимо акима района и правоохранительных органов приняли участие главы сельских округов, представители антикоррупционной службы области. Сейчас мы живем в совершенно новом мире. Если основное качество современного общества предприимчивости, имеется ряд весомых достижений, то вместе с тем есть и нерешаемые до сих пор проблемные вопросы. Одна из острых – коррупция. В борьбе с ней страна принимает законы, проводит комплекс работ, однако коррупция как была, так и остается актуальной на повестке дня. В Шангри-Лауском районе в этом году не было зафиксировано фактов коррупции. Это благодаря системной работе, подчеркнула аким района Алия Мухамбеджанова. Представители прокуратуры озвучили информацию об ответственности в случае нарушения законодательства и отметили важность профилактической работы. Вместе с госслужащими специалисты обсудили всевозможные ситуации и методы решения. Формирование нетерпимого отношения к проявлениям подобного негатива должно стать основной задачей госслужащих, говорили на семинаре. Шангри-Лауским районным отделом внутренней политики, внутри отдела и с населением должна проводиться работа по коррупционным рискам. Анализировать их нужно вместе с молодежью. Желательно создать рабочую группу из авторитетных представителей сел, которые помогли влиять на решение проблем в данном направлении, поскольку коррупционные риски встречаются на каждом шагу.